Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем. Вот о чем. Вы спрашивали меня в комментариях, как, соответственно, воспитать ребенка так, чтобы он не стал нарциссом. Хочу сказать, перед тем, как я начну говорить какие-то базовые тезисы о том, что нельзя исключить генетическую детерминированность. И, конечно, в нашей природе, уже в нашей изначальной прошивке, то, как после рождения зафиксировались, сформировались нейронные связи, от этого зависит многое, да, и как они формируются генетически, да, тоже многое зависит. Но, тем не менее, да, можно стараться, можно что-то делать, чтобы, соответственно, воспитывать, по крайней мере, вторичный тип личности, да, который есть у каждого человека, тот, который отвечает за наш опыт, за нашу поведенческую активность, то, как мы вот учимся в окружающей среде себя вести, да. И, соответственно, что я вам хочу посоветовать? В первую очередь, нельзя переборщить с гипервниманием и нельзя переборщить с полным хладнокровием. И в чем суть? Внимание, что значит гипервнимание? Во-первых, гипервнимание – это значит то, что оно не должно быть наигранным. Не нужно в какой-то момент включать супермаму, суперпапу и давать ребенку безумно количество какого-то наигранного такого. Ну вот понимаете, вот как вообще растят нарцисса или истерика, да? То есть наигранное внимание при людях публичное. Мой сыночек выиграл соревнование, сыночек, выйди, встань на табуреточку, давай мы тебя все поздравим, смотрите, медаль на него надели, значит, грамоту ему в руки дали, все показываем, большой стол накрыт, и там у нас сидят все родственники, и все на него смотрят, да. А потом, когда сын на следующий день готовится к новым соревнованиям, может быть, к новым оценкам в школе, да, или там та же ситуация с дневником, то есть, когда все собрались за столом, родственники, там, день рождения чей-то, или просто там пришли, в одной квартире живут, не знаю. Вот, соответственно, что делается? Отец так демонстрационно, к примеру, берет, зовет ребенка, сын, иди сюда. Он уже знает, что, как правило, это уже отцы или матери, они уже знают, то есть они сами с истероидным или нарциссическим акцентом, они знают, что у ребенка хорошая отметка. И они хотят что-то там, озвучивая это вслух, вот эту хорошую оценку, что-то там проманипулировать, что-то там свое сделать. И они привлекают всех, значит, к этому, вот у нас хорошие оценки, да, смотрите, мой ребенок. Мой ребенок, все видели. То есть ребенок это такое знамя, такой способ похвастаться всем, да, показать, какие мы молодцы. И в чем суть? Суть в том, что не нужно так делать. Вообще не нужно привлекать к ребенку лишнего внимания, стараться. Это всегда ведет к не очень хорошим последствиям детской психики. Вот эта буря эмоций, она и так у детей очень быстро включается. Понимаете, вот бам-бам, только вы сделали что-то такое, соответственно, яркое, выдающееся, привлекли к ребенку внимание, отвезли куда-то ребенка на соревнования, сделали какой-то, понимаете, очень просто у детей запускать бурю эмоций. Поэтому старайтесь так не делать лишний раз, не нужно так делать часто, потому что когда ребенок очень много всего переживает, вот эти вот акцентированные типы личности это и формируют. Ну, то есть, возвращаясь к каким-то патологическим случаям, когда в семье не все хорошо и так далее, очень часто возрастают люди с какими-либо акцентуированными состояниями. Почему? Потому что они испытывали множество эмоций ярких. Поэтому не нужно ребенка волновать, так скажем, лишний раз. Даже вот этой наигранной похвалой. Нужно относиться, приучать ребенка к логике. Объяснять ребенку, ну, последовательность простой логики. Ты получил хорошую отметку, я тебя похвалил,
может быть, иногда, не всегда, но там что-то тебе подарил, купил, ну, если это какое-то соревнование, там, вы к чему-то готовились, да, к такому особенному, какое-то вознаграждение сделал, просто вознаграждение все-таки у родителей должно быть в качестве одобрения вашего чада. Но это должно быть индивидуально, с глазу на глаз, в виде умеренной какой-то похвалы, не нужно перебарщивать с эмоциями, старайтесь немножко даже сдерживать себя где-то. Вот. Но если вы хотите дарить ребенку тепло и заботу, разговаривайте с ребенком, чаще с ним проводите время. И если вы не хотите воспитать вообще проблемную личность, старайтесь больше объяснять ребенку. Уберите, вырастешь, когда поймешь, когда вырастешь и так далее. Старайтесь объяснять каждое ваше действие, чтобы ребенок понимал, что откуда идет. Потому что когда формируется нарцисс, он не понимает, почему мама сейчас его хвалила, а когда все ушли, она его не хвалит. Понимаете? Он не понимает, почему вот это горячо-холодно идет. Поэтому объясняйте все. Если меня сейчас рядом нет, а ребенок просит, там, мама, не уходи, там, папа, не уходи, побудь со мной, поиграй и прочее, объясняйте ему, что работа, что некогда, но мы с тобой все равно там в выходные куда-то пойдем. Если пообещали, сдержите обещание. Ребенок должен понимать, почему вы себя так ведете. Вот этот вот момент, он будет несколько исключать шизофреногенный фактор вообще в ваших взаимоотношениях. Если вам интересна данная тема, напишите мне об этом в комментариях. Мы продолжим с вами разговаривать на тему воспитания детей. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье! Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time.